Доброго времени суток, мой Святой Петр, и сегодня мой канал Гарри Смот, и у меня в гостях, как всегда, Даша-поняша. Вот так вот. И мы играем сегодня по Гарри Смот. Блин, Диля, замочи на нервы действует. Замочить? Кого замочить? А, подожди, а звук хороший? Нет. Ты постреляй. А. Не, выбери, стрельбу. Да, стрельбу. А, стрельбу. Что ты делаешь? Выбери просто другое оружие. Вот. Я сама. Мочки, пальни. Вот, нормально, все, нормально, нормально, нормалек. Так, подожди, блин, Деня, это мой... Да, сейчас я покажу, что это сделаем. Блин, что за фигня? Вот, наконец-то, Деня, я идти не могу. Сейчас расскажу анекдот. Лайты кусают, потому что никто не раздевает. Кто это, а? А? Кто это? Напишите свои ответы в комментах. Это, чтобы... так, это первый... штучка. Смотри, это первое. Первый мод. Это из это оружие из портала, да? А что такое портал? Это игра. Портал? Ты... Не надо далеко уезжать, просто покажи, как она действует. Не, я человечка создаю. Вот не, вот там, недалеко, чтобы это просто... Вот там, вот недалеко, да. Вот это. Ну окей. Так. Ага. А куда надо его бросать? Ты сейчас просто попрыгаешь, чтобы интересно посмотреть. А, да, давай, 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 так, чувак. Выбежь, да. Давай прыгаю. Вот, видишь, показали. Как классно. Поможет так телепортироваться. Например, вот давай сейчас попробуем эту ситуацию создать. Типа, вот смотри. Берем мы. Оружие, например, вот. Нет, не такое, не поменяется. Вот. Автомат, да? Да. Сейчас мы са-са-са дадим. Кого-то с чувачка. Вот замки. Смотришь, по ним не атаковали, правильно все. Создаем замоков. Боже мой, зомбаки! Хоп! Одного зомбака прям мочканули, да? Вот этого пацана. Мочканули, все. Они нас преследуют. Фу. Это еще нам мочканули. Мы отступаем, отступаем. Мы не можем ничего делать, мы отступаем. Они нас сожрут. Быстренько телепортируемся. Пока лузеры. Хопа. Постанулись. О боже мой, что происходит? О, мама Джан. О, во-во-во. Во, я вы... Нет, ни хрена. Ща-ща-ща, вот. Опа. Ну, короче, вы поняли. Вы поняли, как это должно быть. Ща-ща-ща, мы... Это какого хрена там происходит? Ты посмотри сейчас. Вот, видите? И оно там. Посмотрите на это. Вот. Это что за... Фигня. Лесогонство. Так-так-так-так-так, смотрим. Как этого пацана достать? Смотри, сейчас попробуем взять этого зомбака и засунуть туда. Эй, куда ты? Там вообще? Прикол! Нет, тут не так. А, подожди, я понял, как это сделать. Сейчас мы перемастрируем все хорошо. Берем на стенку и на эту стенку. Во-во, красота. Подходим. Там должно видно быть. Сейчас, дай Даша, пожалуйста. Сейчас я покажу, как это делать. Смотрим, где у нас камера. На тебе, на, давай делай. Я ничего не понимаю. Хорошо, где у нас камера? А ты сказал хорошо? А, this is хорошо. Так, на какую кнопку у нас камера? Ага, куда? Так, смотри, нормально, контур. Вот, смотри. Подходим сюда. Вот. Смотрим. Вот, видишь? Да. Смотрим. Ой, что ты натворил? А, свет, почему мы входим? Хопа! Видали? Офигеть! Так. Так что вот, вы поняли меня, да? Все, давай. Та-та-та-та-та-та-та. Все. Та-та-та-та-та-та-та. Дальше обозревает мод Даша. Но уже нет, другой путь. Да, нет. Так, что у нас еще за моды есть? Так, смотри, сейчас я удалю. А, это улить нельзя. Офигеть! Точно, прикольно получилось. О, смотри, раз! А можешь стрелять оттуда, она будет стрелять оттуда. Можешь? Стрелять сюда, она будет стрелять оттуда. Можешь? Или нет? Смотри. Не стреляй. Нет, ты стоишь напротив портала, стрел в другой портал. А чем меня не убивает? Потому что прямо в другую сторону полетает. Ладно, давай побежать в другой вот. Да, да, так. Все, иди нафиг. Да. А, на что я открыл? Это два оружия. Ой. Посмотри. Смотри. Во, CSGO ножи.
Выбирайся, наши, ножи. Ножи, давай, я создаю. Кстати, у нас, у нас, да, у нас кстати, расчленка хорошая. Да, я чувачка создаю. У нас создаем куча пацанов. Да. Да. Где, чтобы они меня не убивали. Хорошо, нам надо эти комбайны, да? Где, чтобы они меня не убивали. Хорошо, чтобы они не двигались и нас не замечали. Все. Смотри. Смотрим. Спаун. Разок. Второй. Третий. Не надо виснуть. 4, 5, 6, 7. Тут. Давай, так. Я кучу на спаун. Погнали. Теперь у нас берем оружие. Выбирай. Каждого собака обожди. Давай. Начинай. Я сама. С ножом. Сначала сама нет, первая. Нет, надо еще куча наспать. Нет, только давай по одному помочь. Нет, не надо так близко. Потому что кошелёнка очень большая будет, они будут отлетаться. И рядом не надо. Ладно, пофиг, все хорош. Я жду рядом, не надо делать их. Кошелёнка не покажет нормально. Ладно. Так, с первого с этим. Блин, а как эту штучку ударить? Ну просто бери нож, он положил. Самый, давай, первый нож обозрим. Мы не все ножи будем обозрить, просто одинаковые этой формы. Первый, мачете. Ну, голод лишь, сразу. Опа, вот вам расчленка. Смотри. О, боже, не бешеный. Смотри, как второй. Красиво. Второй нож. Да. Вот такой. Вот. Да. Покажи. Во, ни хрена. Давай еще одного. Окошко надо отрезать. Так, давайте ногу. Отрежь ногу. Вот этого, следующего. Комбайны, скотины, чтобы плохо было. И мы так. Очень плохо. Все, только не надо дорезать, это кровожадно очень как. Ну ладно, смотри, сейчас идем и порежем что-то. Ну, ладно, все, давай, следующий нож. Да. О, следующий нож. Так. Ага. Еще. Во, такой давай. Давай. Во. Опа. На этом планете два много отрежь, просто узнулась, присядь. Нет, опа. Опа. Нет, не надо так отрезать, это же неинтересно. Опа. Ну ща, я еще могу отрежу. Вот так. Так. Давай, следующий нож. Ага. Все, больше не режу. Я ему голову отрежу. Еще. Вот так, слева, красный. Да. Вот, нихрена. Не надо резать. Так, ага, так. Давай, следующий нож. Вот. Ладно, давай, можешь еще прорезать немножко. Так, все равно много очень. Последний давай, еще один. Смотри! Вот, получил достижение Warzone. Зона боевых действий. Давай, включай что-нибудь другое. Так. Другое, этот, мод. Ой, не мод, а... Другое оружие. Так, еще. Давай, вот, такой. Вот это. Не-не-не, вот справа. Вот прикольно, это? Да. Прикольно. Не, кра... Красная, давай. Ну ладно. Так. Только не надо дорезать, просто замочи парочку, типа, все. А если другую кнопку нажать? Во, другой удар совсем будет. Попробуй этим ударом мочки будет. Во, видишь, как классно вообще. Офигеть! Давай, следующий нож. Да, теперь я сейчас покажу тебе. Давай. То есть не покажу, а просто попытаюсь смотреть. Вот такие идем. Пиок. Пиок. Та-та-та-та-та-та. Тем. Сейчас мы посмотрим, что еще у нас есть. Вот. Уже такие большие ножи. На. Хорошо режет. Где отрежу, он еще очень много кусок. Нет, ничего здесь не надо. Нет. Вот так вот. Вот так. Ты что, не умер? Так, класс. Один. Ногу. Прям в подмышку. Подмышку. Так, а теперь посмотрим самые крутые ножи. Вот они. Смотри, какие крутые ножи. Вот. Ща дорежем, и остальных ты дорежешь. Угу. Не. Ща. Кия. Остальные остаём Даша. Ой, Даша берёт такой нож красивый. И остальных дорезают. Только надо расчленять их. Просто помочи и всё. И следующий мог. Все, удаляйте, чуваков. Как это? Назад. А, ну ладно, это просто текстур. Включай следующий мод. Они удаляются сами. Давай, следующий мод. Так, следующий мод. Доктор кто? Как его включить? Вот. Смотри. Эта штука собирается всех информаций. Вот возьми какого-нибудь чувака, создай. И здесь можешь собрать вот. Его информацию. Подойди поближе к нему.
Надо прям к нему подойти. А, нет, сюда нельзя, надо живого чего-нибудь собрать. Ладно, тогда я создам чувачка. Ну, а любого создай просто. Вот это. И подойди к нему поближе и сожми их в него голоса. Вот, в левом углу вы видите, что там собирается какая-то информация. Может, кого-то еще создать, и с него тоже что-нибудь соберется. Так, еще раз. С любого живого существа, например, что-то собирается. Только не самолет. Давай, я пойду. Проверяй. Вот. А что ты прописал? Не знаю. Давай, как все ударяй. Ты что, английский не знаешь? Нет, не знаю. А я знаю. Молодца. Давай, смотрим следующее оружие. А что я делаю? Оружие. Вот, маленький палочка. Сейчас, тихо. Сейчас я быстрее. Какое-нибудь темное место лети, чтобы красить тебя. Опа! Вот там темное место. Вот, вправо лети. Да, и в эту. Опа. Вот сюда. Иди. Так. Лучше буду искать. Направо. Фужник на нее. Ты можешь, у тебя фонарик маленький есть. Вот. Их можно кидать. Нет, зайди прям туда внутрь. Вот туда? О, вот да, сюда. Заходи. Иди направо. Вот тут заходи, и тут можно кидать. Вот, можно здесь раскидать кучу всяких. Ты, а если другую кукушку, он будет далеко кидать, видишь? А ты возьми теперь других цветов. Каждому по одному цвету кинь, и все. И, кстати, Даша собирает снимать новую рубрику. Называется «Всякие разные там детские игры», там, ну, которые раньше на компе были там. Да, я люблю их. Да, в 2000 году, там, не знаю. О, я буду снимать «Поворотик Томас». Вот, например, «Поворотик Томас». Что вы думаете об этом? Отпишите в комментариях, пожалуйста. Стоит ли снимать или нет? О, да, я хочу снять. Все, давай следующий цвета. Так. Желтый. Смотри, какая комната. Да, все цвета покажу, чтобы было видно. Цвета не смешать. Так. Ой. Да, красиво, у нас будет красивая комната. Но не катится, это плохо очень. Да и то, если так катится. Нельзя, чтобы они полежали и все. Смотри, что это? Вот. Ворон какой-то. Давай, что у нас еще есть какие-то там? Какие цвета еще есть? Красный. О, красный вообще охренелочек. Сходи вот туда, ты когда кидал там. У тебя цвета. Не, вот так. Да, направо. Чего еще вот здесь цветов есть? Смотри, какие еще цветов есть. Ну, надо всего просто очень много времени занимать. Просто хочу посмотреть, какие цвета есть. Еще белый очень классный. Все, последний цвет обзывай и харе. Давай еще один цвет. Какая комната классная. Что-то у меня рука заболталась как-то. Все, следующий мод берем. Опа. Вылетай сюда. Так. Покажи, какая комната. Смотри, красивая. Какая красивая. Ага, все, вылетай сюда. Так. Все. Опля. Хорошо. Давай, смотрим. Следующий мод. Half-Life 2. Ну, это нет, оружие обычно. Ну, два. Да. Так. Во, что это такое нормально? А, это квестбэс. Смотрите. Я не знаю, что это такое. Сейчас чувачка создам. Нет, это не прикольно. Да? Сейчас ты увидишь. Что? Какая твоя команда рыбная. Включи, когда тебя потрогал, сейчас говорю, о, салай. Включи, блин, ты же тренер. Вот, видишь? Не знаю, что за Crazy Bass. Вы мне расскажите, что это такое, после понимаю. Crazy Bass. О, Майнкрафт. Построй дом. Горбас. Построй дом какой-то. Так, раз. Вот. Два. Строим домик. Не, здесь не получится. Давай, ты ничего, спустись. Да, вот сюда. Построй нормальный дом. Хопа. Строим нормальный дом в Майнкрафте. Так не очень большой. Так мне, чтобы так долго не было подписчиков. Да. Смотри. Так, сейчас построю быстренько. Я такой быстро строю. Конечно, блин. Нам в Майнкрафт наиграл сколько, да? Да. У меня куча Майнкрафтов. Вот. Даже самый старый. Ага. Ты, блин, умеешь. Да, я мастер. А зачем там Майнкрафт после я не особо так играю? Ты вообще его не играешь. Ну, да. Ну, расскажи, что там. Где я тут окна хотела поставить. А, окна хотела, вот. Так, тут окна ставим, сейчас будем.
Я лечу. Сейчас буду строить домик. Есть. Так. Вот. Все. А как ты ушел поставить, интересно? Построила. Ведь можно отменять? Да, наверное. Ну, короче. На ну-ка, а дом у тебя будет? Где две-то? Ну что, ну все-таки прикольно дом у тебя. Да, я сама его построю. А, у нас же, кстати, факела еще есть. Да, еще и факела не строю. Да, здесь же нельзя будет проходить, точно. Надо побольше стенки сделать. То есть не стенки, а сам дом. По-моему, нормальный. Ага. О, давай я туда зомбяков накалечу. Ага, да. Когда сейчас будет... я тебя построю, покажи, что да, там будет. Да, когда будет красивый. Потом, когда ролик закончится, оттуда куча зомбяков накалечу. Монстров всяких. Побольше построю. И будет просто офигеть. О, ты построила. Да, я построила дом. Че, тут же еще факелы какие-то есть, да? Ну да, сейчас посмотри. Потом. Там тоже оружие где-то, факел, Майнкрафт, что-то такое было. Так, посмотри. Ну ладно. Во, вот. А вот зверите вот, а потом будем уже с Майнкрафта разбираться. Вот. Самое первое начнем. Фотоаппарат. Смотри. Давай сейчас сделаем, нажми чуваков, давай сфоткай дом, а потом выкладим это на видео. Во. Во, вот наша фотка. Можно теперь эту фотку использовать. Сделай какую-нибудь интересную фотку, потом его. Потом можно его возьмёте в этом. Ага. На сейчас, сейчас чувачка очень красивая. Не-не-не-не-не. Давай лучше там потом что-нибудь сделаем после этого видео, да? Угу. Потом можно будет какой-нибудь чувака. Давай, следующий мод. Опа. Такие маленькие. Я буду его бить. Вот такие у тебя руки, да? Настоящие. Прикольно да, очень. Да. Это что, часики? О, да. Давай дом взорвём. Ага. Давай потом уже следующую серию, да потом допишу. Нет. Вот продолжение такое. Да? Все. Всем пока. В следующий раз запишу новую серию. Все, да, пока, всем пока, дорогие друзья, с вами... Всем пока, с вами был сын Пётр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все. Всем удачи, всем пока. Ждите следующих серий. Просишь такое. Да, все, пока. Подписывайтесь на мой канал. Все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока! Подписывайтесь на Дашин канал.